Ну что, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Биошок, записываю подряд. Потому что сегодня мы с вами какую-то Аркадию переместились. Я не понял, что там было вообще. Мы встретились почти с Атлас, мы его видели. Какой-то Эндрю Райан взял, зафигачил. Ну, короче, сделал подставу. Я начал идти, стрельнул по этим, по врагам, и взорвался корабль. Я такой, что, блядь? Мы в каком-то сейчас Аркадии, он сказал бы идти к метро. Поэтому в этой серии идем к метро. Может быть, это финал, может быть, нет, я не знаю. Честно, я не видел ваши комментарии, потому что, ну, записываю подряд. Поэтому приятного вам просмотра, Саш, поудобнее. Наливайте чайку, кофейку, приятного чай пить, кстати, или приятного кофе пить, или просто питья воды. Приятного аппетита, то кушать сейчас. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. Так, по Патрикам у нас с вами не очень так-то все плохо, но такое. 17 патронов таких, бронебойных. 15, здесь чисто обычная. И, блять, базука, 5 осколочных гранат. Пошли. Ну и 13, блять, сколько, 16, 6, 19 патронов у вас с вами в револьвере. Чайный сад. Тот самый. Ох ты, бля. Вот это означает, что тут есть большие папочки. Так, подожди. Я убью... Великая цепь. Здесь должен быть лут, ебать. Ну, не может быть все просто так. Резиновый шланг? Интересно, для чего он? Пленка. Нету. Блять. И вы можете мне помочь? Можете помочь? Они повсюду. Боже, кто-нибудь, помогите! Погоди! Блять, что? Чего это такое, блять? Ты кто, мальчик, блять? Ты кто? Ниндзя, блять? Мутант маг? Кого? Блять, маги? Мы шо, в Скайрим зашли или что, блять? Я не понимаю, здесь шо, в Скайрим, блять? Подожди, лут есть? Лут есть. Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почаще в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером еще. Вымыть руки, они такие грязные.
Дед Гам, блядь, всегда нахуй готов, блядь. О-о-о. Блять, сколько нам дают лута, я хуею. Блять. Сосал. Давай-ка его взломаем, нахуй. Я не боюсь неудач, потому что у меня их не было. А, да? Расскажешь, ебать. Что, брат, у тебя тут ничего нету? Мне кажется, тут, о, как хорошо здесь, о, как хорошо. Я понял, что ты тут охранял. Я понял, что ты тут охранял. О. Всего доброго, ебать. Что-то игра прям реально очень много дает. Ну, мне кажется, сейчас либо будет уже финал, что скорее всего, потому что ближе к нему уже все идет. А зачем нам напалм? Интересно, для чего? О-о-о! Дядя Петя. Ой, взлом, блядь. Автозлом, блядь. Ну. Ну, хорош, ладно. Несчастный оборванец. А, где ты прячешься? А, да? Дорогой, мне нужно лекарство. До свидания, блядь. Бля, ебать, здесь сколько лута. Какие? Где ты прячешься? Я? Не знаю. А ты? Не прикасайся ко мне! Убегай! Это все, на что ты способны! Иди сюда, не бегай! Надеюсь, было весело? Нет. Не очень. Так, отсюда мы пришли, ладно. Бля, ебать, сколько нам с вами дают-то. Всего. Я хуею. Чё-то прям реально много. Лут нам сами дают. Чё, дура, блядь? Блядь, что? На дорого мне обошлась, блядь. Бля, как хорошо, что мы взломали сами вот эту тему.
Как хорошо. Так, погнали, вот сюда, что, что здесь? Подожди. Ох, ебать, нахуй нам же... Вот, я не так не знаю, для чего нам жидкий азот с вами. Пленки, блядь, смотри, сколько всего нам дают. Это либо нас реально для финала готовят, либо я хуй его знает. Хватит еще. Мальчик обосрался, да, мои турели? Ебать, здесь лута просто. Это очень хорошо. Сатурнийцы, беги, беги! Все равно она никуда не годилась. Мне плевать, где она теперь. Они идут! Это наш дом! Наш! Короче, мутант, так понял, маги здесь вообще, да, жуткие. Ох ты, бля. Универсальный конвертер? Конвертер? Не-не, подожди. М. Универсальный конвертер позволяет вам превращать различные ненужные вещи, резиновые шланги, стальные винты и тому подобное полезные предметы. Большая часть предметов, которые вы создадите крайне редко, встречается в восторге. Успешный взлом универсального конвертера сокращает количество единиц каждого компонента, необходимого для создания предмета. Интересно. Интересно. Сохранимся. Интересно. То есть... Я понял. Пара-пара-пам, ебать. Ох ты, бля, как хорошо. Добрый вечер, блядь. Угу. Такое мы не должны пропускать, ребят. Такое непозволительно пропускать. Ну, хоть два патрончика у нас с вами есть. Блять, что нахуй?
Иди сюда, блядь, тварь. Большой папочка. Понимаю, блядь. Попробуем или не стоит? Поехали. О, блядь! Больно! Ты шо, дурак? Отстанет меня! Ты чё, блядь? А-а-а. Отстанет меня, мужик. Ебать. А чё он такой жесткий? А чё ты такой жесткий, блядь, а? Где он? Где ты, уёбок? Мистер Би, блядь, здравствуй. Мистер Бабл, прошу вас, вставайте. Нет. Да. Блядь, у меня черный экран. Блять, ёбаные, блять, нахуй. Ебучие драйвера, блять, решили нахуй NVIDIA обновиться, блять. Свои драйвера. Охуенно, спасибо, блять, папаша. Спасибо, папаша, блять. От души, нахуй. Блять, боже. Вот я не люблю такую хуйню. У меня просто, блять, драйвера обновились для видюхи, нахуй. Просто включились, так, тлюм, сделали, блять, и все, и до свидания, нахуй. Игра, блять, просто зависла, блять. Я в ахуе, блядь. Спасибо, нахуй. А, блядь. Не говори, что сейчас заново начну, блядь. Я рот ебал. А, да? А, все, спасибо, блядь. Спасибо, игра, что хотя бы ты, блядь,
Не такая жесткая. Все, у нас... да? Да? Бля, летающее оружие, индикатор, блядь, сквозь текстуры. Бля, вот бы мне такое, да? Просто летающее рядом с собой так носить, и все, пусть само стреляет. Ну, а хули, я считаю, блядь. Так, подожди, нам вон туда. Не-не, спасибо. Блять, что? Ты что, дурак, что ли, блять? Взяла лопату, поднялась и упала. Блять, либо это специально сделано так, типа как мини-скримеры, блять, либо хуй знает. Пиздец. Страшно, очень страшно. Метро Восторга, продуктовый рынок, чайный сад. Нам метро Восторга нужно. Физический тоник делает вас крепче, сильнее, чем у вас больше разъемов, тем больше вы можете его использовать. Инженерные тоники улучшают вашу способность к хакерству и использованию, или к использованию устройств. Чем больше у вас чек, тем больше вы их можете использовать. Улучшение здоровья. Боевые тоники помогают вам наносить и выдерживать урон, чем больше чейков. Электроразряд 2. А ну-ка. Ну, зимний стужа, мы знаем, что это такое. Циклон-ловушка. Забрасывает мутант в воздух и наносит ему урон в падении. Прикольная тема. Вы несете меньше урон от огня и сами наносите больше урона, используя огонь. Торговый эксперт. Снижаешь цены в торговых автоматах. Перегрузка меньше на 2 деления при взломе. Его канал, взрыватель. Машина увеличит урон, который выносится камерам сожжения. Ага. Уменьшает сложность при взломе и уменьшает силу тока при взломе. Нет, нам, короче, мне очень интересна вот эта тема. Электроразряд 2. Прикольная тема. Акустический удар. Ну, такое, блядь. Вещь свой максимум еву, здоровье. Вот эти две темы мне очень интересны сейчас. Ха. Спасибо. Но это, я думаю, более необходимо сейчас. Ох, как здоровье побольше стало. Уже получше. Я не боюсь неудач, потому что у меня их не бывает. Давление по поводу плазмидов было немыслимо. Имелись побочные эффекты. Безумие, летальный исход. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом же недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать с него пример. Холмы вон там, и там же батисферная станция. Оттуда прямиком к Райну.
Что-то она здесь охраняла. Что же ты здесь охраняла? Да. Правда? Я думаю иначе. Они говорят и говорят, но в итоге ничего. Наверное, просто какие-то вандалы. Ну, давай, бери свою шлюху и вали. Но я все оставлю себе, все. Уверена? Чё-то мне кажется наоборот, ебать. Кто такой Атлас? Ты мог кое-что слышать обо мне. Может, видел мое имя? Думай, что хочешь. Когда-то я увлекался политикой. Но это всего лишь самооправдание для людей, чтобы начать убивать друг друга. Мне это надоело. Я просто хочу вновь увидеть солнце. Простите? А, ну иди нахуй. Как-то раз на поверхности я купил лес. Паразиты утверждали, будто это Божья земля, и требовали, чтобы я там разбил парк. С какой стати? Чтобы бездельники могли валяться в тенечке под кронами и воображать себя в раю. Когда Конгресс попытался национализировать мой лес, я сжег его дотла. Это не Господь взрастил Аркадию. Это я. Ты? Ты прикинь, какой-то чел сумасшедший довольно-таки, хуй его знает, может, мне кажется. Я правда не знаю. Ясно, блядь. Ебать, так здесь, блядь, лута тоже нормально, так я считаю. Ну, прям такого нужно у меня. Да ну ты нахуй, серьезно? Брат, иди спокойно себе, хорошо? Никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Подружка Райана в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Поехали, ебать. Чего? Электрическая, да? Я так думаю, правильно будет просто.
Та, куда правильнее будет, как по мне. Ох, ебать. Интересно, куда нас сейчас все это заведет. Че, ну поехали, ебать. Мои деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Посмотри в гроте. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Да я здесь, блядь. Иди сюда. Она вернее. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Не, братан, давай не будем, хорошо? Давай-ка с тобой не будем вообще, в принципе, никак взаимодействовать. Блядь. Не-не-не, не сейчас, ебать. Я не готов сейчас. Давай, 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 ебаш. Ну и где ты, уебок, блядь? О, мусорное ведро. Но физический тоник. Маскировка. Ваши враги установили камеры слежения турели там, куда вам необходимо попасть. С помощью маскировки безопасности вы можете изменить температуру кожного покрова, бавнув камеры турели, замедлив их срабатывание. Блять. Ну давай, ладно, вот сюда. Ладно, хуй с тобой. Попробуем. Это прям не такая сильно нам нужная тема, но все равно попробуем. Блять, нихуя вас тут. Блять. Блять, ебать, тут всего настраивано, блять. Что? Ха-ха, блядь. Ха-ха-ха. Красавчик. Чисто мой пиздюк, мой пиздюк. Давай, давай, брат. Смотри, что он делает. На, ебать, пошла бойня, пошла бойня, пошла бойня. Бойня титанов просто идет.
Ебать, что это? Бедный котик. Очень жалко. Реально жалко котик. Трудно поверить, как многое изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился, его почти не узнать. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они захотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет, только герои и преступники. Нихуя, что он сделал, ты видишь? Не, ну ты видишь, он захерачил. Робот-робота. Бля, красавчик, мой пиздюк, чисто мой пиздюк. Так, давай к полу тут Грегори, не надо мне жаловаться на силу рынка. И не жди, что я стану карать граждан за их инициативность. Если тебе не по душе то, чем занят Фонтейн, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Что-нибудь получше предложить, охуенно. Я понял, что он здесь охранял. Не прям так все заебись, конечно. Не прям так хороший дислут. Блять. Но все же. Что здесь нужно? Эту тему взять. Давай, брат, хуярь. Нет! Твари. Поехали. Нет, было не весело, мы его пиздюка захерачили. Зачем? Вопрос.
Бля, да ну нахуй, серьезно? Блять, все потратил на него. Все, блять. Он сейчас хуже что еще даст, да, мне? Чем я хер на кого задела, блять? Нормально все. Живем, блять. Автозлом. Ты принес Розу Галику? Ну так чего? Да, письменного приглашения. Посылаю ее по пневмотрубе. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, и я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Извиняюсь, прошу прощения, ребята. Давай, ладно. Осталось ли тут хоть что-нибудь, что не растащили эти дикари? Бумажные полотенца, чернильницы, даже мои старые подшивки географического обозрения. Я тут везде подключала систему безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи ко мне в кабинет. Богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Подожди-ка, подожди. У нас есть 2 минуты, нам же не просто так дают 2 минуты, верно? Не просто так, я говорю тебе, базарю. Смотри, здесь сколько всего, ебать. Я тебя вахаю. Смотри, здесь сколько всего. Ну ладно, пошли. Джулия, мы заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата Лазер. Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности — это цивилизация, Джулия. Мистер Райан, мистер Райан.
Да ну нахуй. Девять, четыре, шесть, семь или пять, семь. Девять, четыре, пять, семь, она сказала. Ебать, сюда папочки такое надо. Девять, четыре, пять, семь или шесть, семь. Пять, семь или шесть, семь. Пять, семь вроде написано. Ну, по идее, 5-7. 9-4, 5-7. Ох, ебать-то, урод, просто. Так, что здесь еще у нас? Подожди. Не-не-не, я все, блядь, все эти посмотрю, ебать. Что там? 9, 4, 5, 7. Что проку быть чертовым гением, когда рядом некому это оценить, одни тупицы вокруг. Я создала препарат на 99%, я уверена. Мне всего-то и нужен бутон розы галлики, чтобы подтвердить анализ. Дистиллированная вода, чуть-чуть хлорофилла, энзимы, выделенные из медоносных пчел. Все правильно, Лилочка, пчелина. У вас есть сложное задание. М, посмотрите часть этой цели, выберите активное задание. Стрелка и карта укажет вам на активное задание. Значит, нам сюда. Нихуя не понял, ну ладно. Чё, какое? Для изготовления препарата лазера требуется 7 частей дистиллированной... Ага. Вода, короче, образец энзима и часть раствора хлорофилла. Кстати, препарат лазера. Я понял. Да, кстати, сохранимся. Добрый вечер, ёпта, я диспетчер, нахуй. Я пришел, ебать, вас вечно. Салам алейкум, ебать. Куда вы побежали все? Не понял. Уверен? Ой, тихо, тихо. Перезаряжаем, блядь. Здесь ничего нету. Угу. Так, блядь. Отстань. Угу. Три бутылки у нас с тобой есть этих, этой штуки. Ебать, ты кто, блядь? Давайте-ка еще на этом закончим. Спасибо за просмотр. Вот такая серия получилась. Довольно-таки интересная.
Надеюсь, вам понравилось, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Все ссылочки в описании, телеграм-канал. Там, ну, инсайды моей жизни интересны довольно-таки, да. Ну, или нет. Ну, просто инсайды моей жизни, никакой рекламы. И я всегда там оповещаю, когда выходит видео. Потому что YouTube, ну, иногда бывает, что не дает оповещение, когда выходит видео. Вот. А если и дает, то оно бывает, что... Приходит это уведомление там через день, через два, у меня самого только было, поэтому в телеграм-канале вы сразу же, вот в эту же секунду, как вышло видео, узнаете, когда оно вышло. Сможете увидеть первыми, либо одним из первых. Даже данную серию и следующую. Тоже несложно, мне приятно, очень там плюс опрос идет, ребят, так что да-да-да. Зайдите, посмотрите, оцените, проголосуйте. Может, не голосуйте, там можно комментировать, кстати, я рад с вами пообщаться, почему нет. Вот. Так что да, заходите в телеграм-канал, ссылочки все в описании. А так, спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Давайте.